Всем доброго дня и отличного творческого настроения! Сегодня я покажу вам, как легко и просто из атласной ленты можно сделать розочку для упаковки подарка. Берем ленту 2 метра ленты атласной, оставляем хвостик, чтобы мы потом привязывали. И сначала мы делаем 2 витка на двух пальцах. Раз, два, сделали 2 витка. Теперь на 3 пальцах делаем 4 витка. 3, 4. И на 4 пальцах делаем тоже 2 витка. Это получается небольшая роза, нам нужна она небольшая для подарка. Дальше, вот смотрите, в серединку, вот их 3 получилось, мы должны протянуть с той стороны, где этот хвостик начинаем, и в эту сторону мы через серединку вытягиваем кончик. Вот, получилось. И теперь связываем эти 2 хвостика. Мне показывать рукой. Вот так мы связали. Все. Теперь что мы делаем? Теперь разворачиваем один листик в одну сторону и выгибаем его так. Второй также в сторону выгибаем. И по очереди сюда, потом сюда, потом в эту сторону. И в эту сторону. Ну и серединка у нас остается. Все, и у нас получилась вот такая очаровательная розочка для украшения подарка.